Итак, господа, снова всем здравствуйте, всех рада тут видеть, это команда ENCE Eternal Fire, и снова мы тут приходим осветить этот матч для вас, уважаемые, именно здесь Лоран за микрофоном, я так понимаю, что Кризен тоже уже подошел, и значит, что мы готовы смотреть, что же будет здесь на первой карте Vertigo. Да, смотрим, очень интересная игра, второй полуфинал, Снаппи и команда играют на пике Eternal Fire. О, Вальды, какая интересная позиция. Я не знаю, надо будет синхронизироваться по таймингам. У меня сейчас минута 10. У меня тоже 8. Вот, по-моему, идеально идем. Вообще. Да, все шикарно. Шикарно. 3 в 3, есть врыв. Кстати, отрабатывая тут с пистолеточки у нас Сентарес и Лаут, и пас там 3 килла залетели внезапно. Вот там взрыв толпы. Ничего себе там людей. О, вот это уже понимает. Это уже похоже на киберспорт. Вот это уже оно. Вот. Да, там еще и хлопушки какие-то есть. Да, да. То есть звуков будет много. Ну, шумят. Теперь мы точно не будем с тобой подслушивать, я думаю, потому что я не знаю, как мы что-то услышим, кроме того, как они что-то стукают. Позиция классная у Вальда была. Вот он тут, конечно, поймал их, так поймал. Да, но это были единственные 2 килла. Вот ENCE. В принципе, больше ничем они там сильно-то и не блистали. Уважаемый чат, всем еще раз здравствуйте. У нас будут карты 100% Vertigo и Mirage. Сейчас первые две, вот, которые мы посмотрим. Возможно, будет третья. Может быть, до нее мы не доберемся. Но тут уже, конечно, ответы сами нас найдут в течение ближайших, наверное, часов 3, где-то так. Вот. Ну, посмотрим, как она будет. Как раз готовится Снаппи принимать рамп, и там уже внизу Имор и остальные. Снаппи попытался, по крайней мере. Играет он в боковой, его отгоняют. Есть, кстати, опять UMP. Мы увидели в прошлой игре UMP, сейчас увидели Санпаюс уже красный. Есть врыв, Снаппи спиной вообще стоит, не ожидал врыва настолько быстро, Воксик красный. Ну, может быть, стоит задуматься о сейве. Так, ХЕшка полетела, у Паза тоже один с ХП. Но все равно, имея двух красных, выбить... Такое будет невероятно сложно, да. И ENCE понимает, это просто уходит на сейф. Тут просто такие девайсы, что... Ну как девайсы, скорее их отсутствие, в общем-то, которые тут ничего не помогут сделать. Поэтому очевидно, что от Eternal сейчас потихоньку мутится тот самый мой любимый дефолт. В общем, люблю придираться к этой фразе. Но, тем не менее, случаться, если даже 3-0, да какая разница? Даже если 4-0. На самом деле, интереснее глянуть будет потом, когда все плюс-минус устаканится у команды ENCE. И вот смогут ли они... В общем-то, совладать с этой ситуацией. Это что, звук паузы был? Или это звук переписки? Переписываются, наверное. Да, наверное. А не, пауза. Сейчас видишь. Прям. Вот так вот. Все-таки правильно услышал. А получается, что паузу прожали, но раз нажали, значит, есть... Это чего? Только это не пообщаться, да. Или это техническое? Что это? Ну, это у ENCE, скорее всего, какие-то проблемы. А, это техническое что-то. Да, ребята молчат, тем более, так бы Снаппи разговаривал. Я вот тоже смотрю, что он как-то все на то и похоже. Ну, подождем, в общем-то. Сегодня уже такая вроде пауза одна была. Небольшая, если я не путаю, или это день перепутал. Вообще, феноменальная память, в общем, уже не помню, что сегодня было. Вот, но тем не менее... Да, ждем, когда они решат эту проблему. Да, действительно, появляется плашечка, что это техническая пауза. Господа, можем, кстати, нырнуть к пику. Не знаю. Коль у нас есть такая возможность. А, я знаю, что мы можем сделать с вами. Когда лучше, чем сейчас, времени не будет. Зачем это делать, пытаться в попыхах, когда идет матч, если можно прямо сейчас напомнить вам, что... Ой, у меня переход сработал, красивый наш. Что есть наши партнеры, наши трансляции. Это компания GGBet. 1.36 дает коэффициенты на команду ENCE и 3.13 на Eternal Fire. Именно так они оценивают шансы. Вы можете забрать свой бонус плюс 200% к депозиту, если напишите промокод МК по ссылочке под нашей трансляцией. Вот так вот. Пользуйтесь, и мы переходим к следующему раунду. Да, ENCE здесь явные фавориты. Я думаю, многие так считают. Ну да. Но пока что... Первые, скорее, 4 раунда заберут Eternal Fire. Для них уж больно это легко, по идее, сейчас должно пойти, потому что как бы, все просто располагает, да и стандартная схема. Вот потом, да, потом реально интересно, что это будет. О, куда с ножом? Опа. Снаппи, уже второй раз. То спину, то с ножом, что это? Нормально, нормально.
Тут, кстати, сейчас Ксантарес как выйдет, мне кажется. Не, улетает просто в итоге в ноль. Это 4 на 4. С Мактена полетел. У нас тут работать. По голове еще дал. Обалдеть. Ну, я думаю, в целом ожидаемо. Вальде. Не дал мне зафармить дыха. Вальде. Может быть, еще кого-нибудь подфармит. А может быть, заберет коллаж в боковом. Если он там все еще есть. А его, скорее всего, забрали. Лал, сейчас, по идее, как зайдет с Галилом. Да, так и делает. Закрывает Вальда. Остался последний дыха. Но тут, я так понимаю, что нечем заняться уже будет. Да, так и получилось. Имер его напоследок зарядил с девайса своего. Но окей, есть вот эти вот ваши... Ого, там шумят, реально. Очень много хлопушек видно. Да, народ уже пришел подготовленный. Тут просто кто пропустил на первой карте самые старты. У нас, наверное, в зале человека 3 сидело. Вот, это приятно, это приятно. Да, а к финалу, да по-любому уже мест не будет. Ну, конечно, не будет. Там уже, наверное, сейчас почти не осталось. Это только на старте этого Best of 3. Так, у нас Вальде. Тут как раз для Вальда так удобно, слушайте, здесь все. Ну, а, ух ты, ничего себе, угадал Воксика. Нормально он так начал. Это, конечно, пощечина очень болезненная для команды Eternal Fire. Да, и снайпер подкрадывается ближе. Занимает большую территорию, может быть, даже дальше пойдет. И пора ребятам с рампы втягиваться. Потому что под Б сейчас будет заход. Хотя дыха здесь откинул смоук, оттянул время. Но все равно должно быть понимание у Энс, что под рампой никого нету. Там глубоко стоит снайпи. И нужно Мейдену стягиваться уже. А кстати, Сан Пьюс как стоял на центре, так стоит. Так, ну у нас тут как раз таки ожидание столкновения, возможно, тут выход из ямы как-то на Б-сайде, может, произойдет. Закинули огонь, готовится дых, да, уронил только что Имора, есть такое, дальше а подходит. А там двое! Ух, подряд! И дых, и Мадана уничтожили. 3-2, кстати, снапи вместе с Вальдой остались. Но надо как-то идти забирать себе хоть какое-то пространство, там у них есть дым, есть флешка. Не знаю, что это поможет им сделать, конечно, но может что-то помочь. Для начала нужно паза на центре как-нибудь убить, потом уже думать об этом ретейке, а если вот так вот, то нет. То Вальда должен сейвиться. Я не знаю, Сан-Пью стоял на центре, наверное, секунд больше минуты. Я думаю, больше минуты он там простаивал и не дождался. Точнее, не дождался и не убил. Паза. Я не знаю, как это вышло вообще. Ничего, постоял. Бывает и такое. Я так контру бросил, в принципе, тоже. Когда стоишь, потом сталкиваешься с кем-то, и тебе лицо ломает. В принципе, да. Боль этой игры. Ну, в общем-то, сейчас она взрывается. Пока что бомба 4 для команды Eternal. Такими темпами, конечно, далеко зайдем, если честно. Потому что Eternal очень так убедительно стартует. И причем... Перед стартом было столько там интервьюшек, я, конечно же, все пропустил, может, ты что-то видел, то там столько людей спрашивали, я видел. Ну, кстати, странно, что пас не законтрил ОВП и дал просто его засейвить Вальде. Угу. Максимально странный момент. И сейчас Сан-Пьюс получит ОВП, уже не будет так стоять на центре. Так, это у нас получается тактическое сейчас висит. Самое время подумать, коли уж тактическое есть, то что из этого получится. Вот, по большому-то счету сейчас, напоминаем вам, у нас впереди еще одна Best of 3, если вы вдруг пропустили какой-то важный момент по поводу того, что вы еще сегодня посмотрите. Вот, но это уже наши коллеги нас сменят. Ждем. 4-0 есть, Eternal Fire отлично начали, но надо же продолжать в том же духе. Тут нельзя просто взять и отпустить этот момент. Да. Есть полубай. Сан-Пьюс получает АВП. Вальде купил себе кольт. Воксик и компания играют. Так, а Сан-Пьюс. Ой, он топнул. X-Cloud его услышал. И что? Просто дают отходить. Но понимают, что АВП под Б, и решают вместе просто собраться и, скорее всего, будут его одного загонять. Сан-Пьюс. Хорошая позиция в целом, на килл точно. Но сможет ли он
здесь убить. А это ранбуст или что? Это да, это он ранбуст. Самый. Это ранбуст. Вау, я первый раз вижу под ранбуст такой. Ну, видишь, как работает прикольненько. Я самое смешное видел на этом, скажем мне, на аматорке такой даже. Я когда увидел, думал, ого, ничего себе, как это слишком серьезно для такого уровня. Сэмпаюс тем временем тут его напрягает флешками, сразу начинает заходить ребятушки под сайт, пытается Сэмпаюс как-то стрелять сквозь дым. Это все не работает абсолютно. Тут мы видим от МП9 какой-то импакт пошел вымора. Есть такое. Хаешка, хаешка! Четко в карман. Пас. Как Мейден еще выжил, еще и фраг дал. Вальда подключается, дыха. Один в один, один в два, точнее, Воксик остается. У Сэмпаюса все еще есть АВП. И он никого не убил с него, хотя был единственным, кто оборонял базу Б. И его не убили. Как вообще так вышло, что он остался живым? Для меня это загадка. 24 секунды. Пачка лежит. Ее еще нужно подобрать. Еще и нужно поставить. Но есть смог, это уже неплохо. Хотя бы смоком закрыться, это уже что-то. Начинает, ну тут же его начинает пушить, хотя не быстро. Но все, а, ой, не доставил. Даже денег не получил. Печально. А такая была задумка. Все же было правильно. Ну ладно уж, бывает и такое. Сразу же видим, как только смогли Энд собрать лицо, так они сразу это сделали. В принципе, ничего такого удивительного для себя я не заметил. То есть наоборот, я ждал, что они сейчас даже если там 3-4 подряд, то они потом проснутся, начнется движение. Это вообще классика. Вот. Интересно, что дальше будет. Да, но деньги пока что есть. И, блин, мне казалось, что будет очень много еще в запасе долларов у Eternal Fire. Так, что происходит под Б? Дыха. Увидел одного снайпера, где-то получил уже дэмэдж. Сразу же буст идет. И Мейден это прочитал. Это было жестко. Но есть информация еще по как минимум одному игроку. Xcloud очень сильно топает, прям максимально палится. Воксик нашел Вальде. Дыха. Может быть, дыха подрежет. Какой фраг. Да, слушай, хорошо забрал только что. А Лауда, ну, в итоге отпугнул. То есть он с самого начала их встречал сейчас здесь, на этой яме Бэсайда. Они там пытались, конечно, как-то пролезть. Снапи успел сквозь дым подловить к Сантареса ищет. Даже надамажил ему. Сантарес живет, даже успевает убить Сэмпаюса. Ага, не дочекали. А все. Переводочка жесткая. Сантарес сейчас подобьет АВП. Будет вычислять. Скорее всего, боковую. Снапи отошел. Два полукрасных. У Энс, Снайпи и Мейден, дыха. Будет помогать им обоим. Ксантарес вычисляет. С АВП Ксантарес в целом иногда может попадать. Иногда он берет АВП на FPL, но не в командах. Интересно просто сейчас, тот самый момент, когда решит попасть или нет, или что. Заходит Паз рядышком с ним на боковой, как-то они там пытаются очень аккуратно зайти под садик, залетела флешка от тиммейта, но все это, конечно же, видно. Сейчас Снапи обладает очень большим количеством информации, правда, флешки им очень сильно помешали. Паз запускает молик, есть уже дым, но все, либо сейчас, либо Тарес. Никогда. Кстати, Ксантарес, 2 кило можно? Нет, нельзя. Но паз тогда, может быть, можно, или нет? В дымах-то что? Ой, потерялся, просто потерялся. Вот дела. В данном случае мог на самом деле это тащить и действительно просто взял и немножечко был растерян в этой ситуации. Как же все-таки это вытащить? Ну, как видим, дымы такая штука, иногда бывает и вот так. На этом мы закончили, но все-таки как убедительное возвращение пошло. Да, умеет все-таки сыграть эту карту. Получается, это неплохо. Но вот со спинксом было очень круто. Я помню, как он играл, по-моему, на центре защиту у Энс, и он прям везде помогал. У него очень хорошая и очень важная роль была. Вообще... Может быть, с... Ага. Может быть, что? С Вальдом, может быть... Я просто не помню, чтобы Энс после прихода Вальды и Сэмпаюса играли эту карту лучше. Или хотя бы на том же уровне. Но я думаю... Какие-то нарисовки все равно есть. Угу. Ну, вообще, интересно, что у нас сейчас тут будет на этой уже рампе. Тогда другую мысль потом скажу. У нас Вальда будет принимать, зажимая темочку. Его, правда, сразу уронил Ксантарес. Говорит, да ты так не разгоняйся, не стоит, просто подыши. Вот, отходит Снапи назад. Его там пытается как-то прессовать Имор. Но это все понятно, это все ожидаемо, что они будут ловить.
будут подцеплять. Сейчас главное инициативу забрать в защите снова. И вот они это делают. Опять забрали инициативу, убили, отошли. Так вот и делается рампа. Подошел, убил, отошел. Подошел, убил, отошел. Снапи, конечно, вместе с Empires'ами на этим и занимаются. Фанфаюз. Жестко. Это жестко работает. Жестко. Так. Все хорошо, у меня чуть ноутбук не сел. Ничего себе, это ты засейвился, получается. Живем-живем, получается. Ну, все хорошо, видишь. У нас, кстати, стрик из пяти команд, говорю, из пяти побед сейчас пока идет у команды Энс. Закрывали, получается, Outsiders 16-14 на Мираже. Dust 2, Team One, BIG, Falcons, Heat. То есть такие сейчас, конечно, идут прям очень убедительно. При этом у Eternal не все так гладко там, но все же, все же. BIG закрыли вообще 2-0 на West of 3, вот даже так. А вот с Eternal Fire там посложнее. Проигрывали Movistar, закрывали их Fnatic 2-0, это вот последние там встречи. Да, но при этом самые-самые последние Movistar Riders и Nixuch, они, получается, закрыли 2-0. Ну, окей. Думаю, с этими-то уже ребятами не должны были справляться. Кстати, интересно, я думаю, пропустил, получается же, я только сейчас осознал, как-то у меня выпало из сознания, что Movistar, получается, были переиграны, ничего себе. Да, первую они выиграли, и, по-моему, это было без шансов на овере, вчера, или позавчера, вот вчера Eternal Fire их закрыли. Вальде против Фека работает в снапе. Идет на его любимую позицию, будет фармить. Eternal Fire отходит. Тут такие флешечки неприятные, слушайте. Ну и то, ну, отогнали просто, сказали, все, вы тут, пожалуйста, больше не хотите, не ходите над этой вашей рампе. Вот они развернулись, пошли себе спокойненько на центр. Что у нас там, кстати, по раскиду? А, одна флешка целая, ничего себе. То есть это получается загон ребят, которые должны устроить шоу. Либо сработает, либо вообще уже никак. То есть надо сразу залетать по головам. Вот если Вальда сейчас подкрадется, но Сампаюс ему еще поможет. Да не, я думаю, тут пистолета будет больно. О боже. Вальде, Мейден. Отлично. Отлично сработали, счет уже сравняли. Вальде, кстати, 8 на 4 идет. Движется. Движется убедительно. Ну, получается, что так вот, господа. Смотрите еще раз на повторы, как у нас центр разваливался. Да, как бы пистолеты, кто-то сказал бы, но... Ну, и как бы и что. Но на самом деле всякое бывает. Может, они бы сейчас смогли быстренько убить одного как-нибудь сразу, второго на размен, потом бы под флешку зашли под Б. То есть такое тоже могло быть. Имор у нас пока тут в ожидании как раз-таки чего-нибудь интересного возле Б. А тут на рампе, кажется, готовится контент. Собирались Eternal Fire идти на рампу. Кажется, до сих пор собираются. Туда-сюда ходят. Нет, все-таки отходят под Б. Но территории они до сих пор никаких не заняли. Xcloud возвращается под мидл. Или отсюда хочет пойти. Однажды все-таки поменяет количество пуль. Ух, Сампаюз, кстати, может доказать за эти прострелы. Поменяет однажды, говорю, количество пуль на АВП, что так шить нельзя было. Но это уже в другой вселенной случится. В общем-то, посмотрим. А сейчас Ксантарес пока залезает вот это вот на боковой, посмотреть. А там слева его, может быть, Сампаюз подрежет. Должен увидеть, мне кажется. Сейчас какой-то миллиметр, нога или что-нибудь еще вылезет. Да ладно. Нет. Ксантарес побежал, но слегка оверпикнул против снайпера. Здесь тяжело будет ему. Сампаюз отходит под дефолт. И Eternal Fire все-таки будут заходить под плента Сампаюз. Есть еще один килл, Мейден работает, Xcloud сжигает двоих. Вальде куда наступил? Зачем? Почему? Маден и Вальде просто сгорели в огне вместе. Вот это, конечно, моментик только что случился. Воксик один стоит себе спокойненько за цементом, рядышком тиммейт еще прячется. Надо думать, как это взять дальше. Имор, ну, он тут может поймать. Видно только, что торчала текстурка чуть-чуть там на отдыхе. Ну, и, следовательно, остался один Сампаюз, только 41 круспоинт. Но это все равно опасно. Но забудьте не в этот раз, говорит Воксик. И сразу вылазит на успешный килл. Вот так дела.
И это 2 в 4. Xcloud, будучи мертвым, просто сделал 2 килла. Вы спросите, как? Я сам не знаю. Я сам не знаю. Вот, вот и поговорили, в принципе, получается. Ну, тут, в общем... Вот, да. Смотри, два кента просто стоят в боковом, оба умирают просто на ровном месте. Ну, один шаг, один неправильный шаг, и все. Постояли, что тут скажешь, постояли отлично. Хорошо получилось, в общем-то. Я сразу и не понял. Вальды, кстати, запускает у нас тут зажигалочку, боковой от снапи контролится. Атака что-то постояла, потусовалась, отошла. Вообще, для тех, кто как-то пропустил на Vertigo, вот если мы откроем стату камер GG, кстати, раз уж я о них вспомнил, раз уж тут нету никакого сражения, я вам быстренько выведу их красивый баннер. Вот, чтобы узнать статистику, вы всегда можете зайти к ним по баннеру под нашей трансляцией. Так вот, если верить тому, что вижу, 14 карт за последние 3 месяца Eternal Fire. То есть, ну вообще все классно. Там и винрейт хороший, и энцы при этом сыграли. Только 3. Это важно, потому что вопрос наигровки на карте. Поюз. Ой, это какая-то хаешка прилетела жесткая. Да. Сразу всем по минус 40. Мейден сделал еще 2 килла. 2 в 4. Eternal Fire. И это все. Получается так. Ну, в общем-то... страшно было только что смотреть за этой хаешки. Я бы хотел посмотреть его на повторе, потому что там залетело прям так больно. Очень больно и бодро залетело. А ну, сейчас по-любому покажут эту ситуацию. А ну да, да-да-да-да. Что-то там... А ну ее слышно, но не видно. Ладно, не суть. Но залетало, залетало. Так, и это что у нас? Это полубай от Eternal Fire. Несутся они под рампу. Xcloud уже получил дэмэдж. Ксантарес. Ксантарес, кстати, делает какие-то жесткие киллы, но мне кажется, ему стоит больше байтить. Потому что его можно реализовывать намного сильнее. Мы все знаем, насколько Ксантарес жесткий. Но он убивает одного, и его сразу разменивают. Возможно, он в некоторых моментах торопится, но в целом... Это тот чувак, который может спокойно кэрить все игры против любых. Кстати, сейчас Вальда может реально подрезать, очень осторожно это делал только что. Но в итоге просто погиб от Имора. Ну, сейчас посмотрим. Снапи подлетел, рампу сразу срезал. Есть Ксантарес на боковом, он об этом еще пока не знает. Снапи пошел дальше и тоже погиб от паза теперь уже. Ну, по одному, если так лезть на атаку, вот это плохо закончится, мне кажется. Потому что они уже так двоих потеряли. И теперь Мадден хочет то же самое, походу, сделать. Но это серьезное заявление. Мейден на боковой. Eternal Fire тем временем уходит с А плента. Воксик тоже топая отошел. Так, и Мейден может подловить. Подловил, но не убил. Да. Но зато дал инфу своим тиммейтам. Турки сразу бегут под Б. Xcloud будет забегать. Не успеет ли Дыха? Дыха не успевает. Пропускает первого. Остальные просто в линию встают. Мейден... И какой Дыха. Какой же для Дыхи момент. Это просто что-то. То есть они чисто встали идеальным вот таким вот таймингом, выстроились один за другим. Он банально проехался одним зажимом. Какой же спрейчик приятный для него. Да, вот такие дела. Турки, которые перетянулись, то столкнулись с непроходимой стеной из таких вот пуль. Получается что? Получается у нас пауза техническая залетела, если верить звукам. А это означает, что у кого-то что-то идет не так. Я думаю, у турков что-то не так. Как-то они не могут выиграть полноценный бай-раунд. Повезло, что 2 в 4 выиграли на пленте А, но так вообще не получается ничего. Ой, это кто? Это пас? Что-то так, да, паник. Как-то паник. Ну, может, просто глаза заболели, на самом деле, такое тоже бывает. Когда сидишь, втыкаешь, когда слишком долго смотришь и как это не моргаешь, не отвлекаешься, глаза устают. Но получается такое. Сейчас. Вообще, может быть, и паник, да. Не знаю, может и паник. А вот закажись, все. Ура! Можно смотреть дальше. Контрструки. Напомним вам, это первая карта из этого Best of 3, второго за сегодня. И, следовательно, мы посмотрим с вами еще как минимум Мираж. Как минимум. А как максимум еще будет нюк. Да. Посмотрим, посмотрим.
смогут ли дотерпеть до этого команды. Снайпи. Играет пода. В этот раз не играет боковой. Больше от рампы отталкивается. И Eternal Fire, кстати, особо тоже не спешат, не занимают быстро. Наверное, решили поменять свой стиль. Будут более медленно отыгрывать. Центарес. Отходят ребята. И сразу собираются под Б. Хотя пода даже ничего не навязали. Энс это понимают. Энс хотят отпикать. Мейден, надо уйти. Ладно, хотя бы разменчик, дыха. Теперь все на его плечах. Он просто дым хочет отбросить. А Eternal Fire все еще собираются идти сюда же. У Энса кончаются гранаты потихоньку. И нужен Вальде. Срочно нужен Вальде под точкой Б. А он здесь. Он за трансформатором. Переходит на дефолт. И самое главное, у него есть хаешка и молик. Все, что нужно. По сути, да. В данном случае это решает Имор. Такая флешка неплохая. Хоть что пошел пугать Сампаюса. При этом же, пока он этим занимается, все-таки под Б явно мутится какая-то осада. Но там же три лица не просто так стоит. И вот они попередавали друг другу пока что гранаты. Полетели дымы. Полетели молики. Сейчас еще будет от база. Все, весь сайт Б полностью горит и взрывается. Ксантарес решает подловить еще и дыху здесь. Это, походу, была месть. Вальде туда же точно была месть за тот Б сайт, мне кажется. И вот теперь на 6-й секунде уже пошел плен. Так вот, что нужно было. Нужно было просто на 6-й секунде заходить на Б. Но на самом деле грамотно отыграли. Но в самом ключевом моменте, наверное, здесь, когда Имор отвлекал рампу, то есть он там отбросил флешку, отпугнул авика, здесь был Сан-Паюз, Снаппи на это среагировал так, что он просто пошел на Б третьим. То есть он не поверил. Он понимал, что окей, вы выбиваете, но что-то мне здесь не нравится. И решил стакнуть. Но не получилось. В этом моменте не повезло, потому что у Eternal Fire было очень много гранат. Они просто везде молики закидали, куча флешек. Дыха и Вальде не справились. Так, ну получается, что действительно мы сейчас с вами столкнулись с ситуацией довольно-таки интересной. То есть у нас тут есть уже местами и байты, и все, что хочешь. То есть это уже, конечно, добавляет остроты данному противостоянию. Кстати, наблюдаем вот как раз, как они вскрывали сайдик Б, как это качественно происходило, потому что тут уже пошел такой контент. Окей, 6-6, команды полностью сравнялись, пас пошел вперед, можно будет атаковать и снести Сампаюса, ничего себе, и там остался только дыха один единственный напротив толпы, толпа развернулась назад. Толпа хочет пойти под А. А там у нас есть... Кто это? Снайпи и Вальде. У них еще два смока, и, если честно, я думаю, Энсам будет довольно-таки просто задержать этот выход. Так, есть прыг-скок. Сразу два смока прилетает. Вальде. Какая неприятная смерть. Снайпи также погибает, как-то по одному вообще отвалились ребята. Не было парного выхода от них. Мейден. Неплохие раскидочки сразу. Да, боковую можно будет как-то проползти. Мейден успевает словить тут пока Лауда. Есть такое дело. Дальше пойдут. Ой, какая флешка хорошая. Все-таки она сразу помогла здесь снести дыху. Воксик, правда, правильно тоже погибал. Мейден, его сейчас угадают или нет? Он сам понял, походу, что это сейчас может случиться. Очень осторожно прошел тут пока на бэксайд. Они, походу, сейчас встретятся, я думаю. Но Имор явно догадывается, что не все так просто. Но не может быть все так просто, думает Имор. Но не может быть. Он понимает это все и просто ловит здесь в итоге своего соперника. Хотя долго, даже ломаться начал уже в какой-то момент. Может все-таки пойти? И просто переиграл и уничтожил своего соперника. Это было неплохо, это было умно. Кстати, еще, может быть, толпа сидит, потому что... Опять же, Eternal играют. Потому что последний раз, когда они были, тоже толпа была. Вот, поэтому... Да, наверное, просто турки, живущие в Роттердаме. Ну или, может быть, в Нидерландах в целом. Хотят посмотреть на своих собратьев.
Так, у нас Клауд подцепил. А что такое? А вот спину зря, конечно, пошли. Ну, тут сразу же куча желающих подраться есть на рампе. И все это превращается в игру, знаете, вот это вот, где нужно стукать молоточком, и у тебя там вылезает голова. Вот, вот такое вот. Только что просто настукали пистолеты. Но по большому-то счету было интересно. Они могли сейчас и ответку дать какую-то. Восьмой забирают все-таки Eternal Fire. Это уже неплохо. Хотя, учитывая то, что они начинали 4-0. Ну, тоже нормально. Ладно. Так, у нас есть такие вот 8-6. Это конец первой половины на первой карте. Имор готовится запускать молик. Уже запустил. Пока он там веселится под Б-сайдом, его тиммейты что-то там еще раз думывают около рампы. Но тоже до конца непонятно, к чему это все приведет. Снаппи дожидается... Может быть, пока сбоку кто-то выползет. Вот это тут напряжение началось, конечно. Последний раунд, прям как подобает. Опа. Опа. Неплохо. Снаппи сразу же отходит. Понимает, что лучше не отдавать... О, нет, он не отходит, он приходит. Вальди дал хотя бы фраг. Ксентарес красный. Он... Тиммейт очень далеко. Он не отходит. Он приходит, чат. Вот это то, что мне особенно понравилось. Это сработало, получается. Как настоящий праздник. Пришел, свалился чисто на головы. 2-2. Кстати, это может быть контакт от Мадана по двоим. И вот первый есть уже, упал аут. А что делать, когда у тебя лица нет? 16% здоровья. А все. А вот, вот они, 8-7. Так бывает. Так бы... Ого, черный фид. На секунду меня напугал. Вот, получается так, у нас очень интересная первая половина, шаткая, вроде бы старт для Eternal хороший, вроде бы Энс потом включились, вот, но мы по классике напоминаем вам, что продолжается такая вот у нас катка, а параллельно продолжается война в Украине, конечно, чтобы помочь ЗСУ, а также помочь людям, которые попали в сложные жизненные обстоятельства в связи с ней, из-за нападения Российской Федерации на суверенное государство Украина. Вы можете поддержать финансово, чтобы все это быстрее закончилось в позитивном ключе. Ну, а ссылочка находится внизу под нашей трансляцией. Мы вместе с моим коллегой вернемся к вам буквально через несколько минут, уже на следующей половине. We'll be right back.
Let's go, господа, возвращаемся к вам сюда назад. У нас опять же играет первую карту, это Vertigo, команда Ants Eternal Fire. И вот мы снова здесь, это я, Лоран, и мой коллега Кризен. Мы тут на месте. Да, и мы продолжаем смотреть игру Eternal Fire против Ants. Виксфау, да. Молик, Смоук, Флэш. И куда он это будет использовать? А это все на центр. Вот дела. И что теперь будут делать ребята? Атакующие. Они просто переждали. И все. И они кончились. Ничего себе, там какой-то вестер начался только что с этими долберетами. О, народу нравится. Вот понимаете, как это работает? Вот иногда сидишь, вот я вспоминаю сразу, когда ты восхищенно комментишь, там бывают пистолетки. А народ в чате, да что ты там кричишь? Вы посмотрите на зал, как зал кайфует. Просто достал мужик два пистолета и пошел и раздал просто. Ну классно же, классно, красиво, красиво. Ну вот, все, что нужно для счастья. Да, выглядело это прекрасно. Тут форс сразу же от Ants. А представь сейчас Eternal Fire. Разбрили только что. Бывает. Eternal Fire разбрили только что капитана. Взяли нового старого игрока, Икслауда, который уже был в этом ставе. И сейчас они просто пройдут финал турнира сразу же. Будет забавно. Угу. И не говори, кстати. Реально не говори. Ну, сейчас это не просто забавно, а очень печально, скорее, для команды Энс. Но это вполне очевидно, что они сейчас столкнутся со сложностями после пистолетки. Вот, и сейчас все так хорошо. Ой, Eternal, сейчас они будут угол чекать, и Вальда, по идее, уедет. Хотя, кстати, был близок к голове, чуть-чуть бы ниже опустил, может, влепил бы сразу хэд. Но это все равно бы закончилось ровно ничем. 10-7, продолжает. А, господи, мне показалось, что что-то интересное услышу, потом вспомню, что нет, не услышу. В общем-то, да, вот такое. И какой же счет? 7-11? 7-10. 10-10. Да, я просто думал, что уже отыграли вот этот экономический. Но это спойлер вам. Будет 7-11. Придется, да, придется просто признать, что это спойлер, который на самом деле, скорее всего, случится. Это правда, потому что тут как бы шансы очень туманные. Ладно бы я там 5 текичей увидел каких-нибудь, я бы еще предположил, что может быть там при каком-то совпадении там звезд в созвездии Ориона. Но нет, это не так работает. Имор, Сенпайс на размене. А ну подожди, а ну. А нет, приостановились. А сейчас бы как вышли, знаешь. Ожидает. Ну смотри просто сколько гранат у Eternal Fire. Можно все закидать. Ух, и все летит. Полетело. Да ты что? А там еще одна. Еще одна. Сейчас полетит. Не долетело. Мейден попал по голове, один с хп у Воксика. Но сам он остался красным. А, тогда Молик. Все. Минус один. Когда интересно, Сентарес начал играть с М4А1С. Опустили как-то на моменте. Всю жизнь играл с четверкой. Ну. Ого, ого. Да не, я вам говорю, да, я вон смотрю внимательно на лица, да там фанатов турецкой команды очень много, очень много. Эти же ребята сидели и на прошлой катке, Eternal. В общем-то, да, я прям не удивлен такому количеству. Их и тогда было много. Тут сейчас как раз мы видим повторы. Но там такие гранаты, конечно, летели. Чисто ребята такие, передайте, пожалуйста, еще хаешку. Спасибо, коллеги, спасибо. И пошли закидывать. Вальде просто в соло несется на центр. Никого он пока не находит, но для себя занял позицию довольно-таки комфортную. Сразу их решает отойти, Xlaud тем временем под Б. Будет принимать выход. И все полетело, и все полетело, он белый просто кладет под себя дым. Но его просто забирают. Дыха минус 2. Очень важные опены от него. Снапи. О, что боже. Вообще? Это 5-0? Это вообще что такое? Как? Там остались на 3-2 хелспоинтах ребята из команды атаки. Тут они зашли только что. Ого. Ого. Вы посмотрите на повторы, которые лагают. То есть у нас два подряд отдыхи. Залетели внизу, Вальд подсуетился. И тут еще ребята на сайде исполнили. Нормально. Нормально.
Получается, что не все так просто, я так понимаю. Ну, да все очень непросто. Здесь, я уверен, еще будет прям жесткая заруба. Мэдден, например, дал open. Теперь в Eternal Fire 5-4. Вероятно, они проигрывают раунд. Денег нет. И счет уже близкий. Да Имар еще также и... погибает. Да еще и Имара разобрали. Вообще габела какая-то. То есть, ну, по большому-то счету... Энс показывает пока металлическую атаку, судя по всему, за последние вот именно раунды, вот эти вот киллы, хотя тут уже немножечко подсуетилась и защита, но только вот кто это даст? Воксика надо убить. Опа! Может быть с перспективы... А нет, не будет, забудьте, потому что там еще одна цель есть, а он ее не видит, просто убивает сбоку. Пас стоит на сайде с МП-9, попытался что-то сделать, там закрыл снайпи, но это все не поможет. Остались у нас только 3 в 1. Эксплауд. Засейвится или нет? Мэйден уже выехал. С другой стороны, Эксплауд... А он топает. А в чем смысл был этого топота? Для чего-то надо, видимо. Пытается вычислить где, но не здесь. Не здесь. Немножечко выше. Вот. Но пытается вычислить просто, где там Флаут находится. А он просто спокойненько себе там переждет. Немножко не в том секторе его ищут. Вот, ну что поделаешь, господа, пока вот такая вот ситуация. Кстати, можно будет воспользоваться ситуацией, коли уже у нас такая ровная история со счетом стала 9-11, потом еще коэффициенты глянем, что там происходит. Так, 9 раунд, забирают Энс, экономика на нуле. Единственный Xlaut засейвил для себя М-ку. Вот у остальных будут проблемы, скорее всего. Ну что, отправляемся дальше. У нас сейчас как раз-таки запуск этого раунда, и тут очень активно как-то развиваются события, но потом приостановилась эта история с быстрым выходом. Раз она приостановилась, быстренько покажу коэффициент 1.35 на команду Энс. Не увидел пока Найтсорнал, не успел я заметить. А, но вы можете забрать всегда свой бонус-депозит по промокоду МК, получить себе 200% к этому депозиту. 3.19 Найтсорнал Fire. Вот, быстренько показали, посмотрели, вспомнили про партнеров, и давайте смотреть за зарубой на Б-сайде. Получается так. Единственный ган уже потерпел крушение. Воксик, Сантарес, Пас и Имар. Все с пистолетами. А, Xlaut еще и в спину заходил. Не обратил его внимания, откуда он пришел. Но ган уже не засейвить. Мейден просто хитрюга. Но как бы он свой ган не отдал? Он это... такое, что умеет. Это такая штука, что да, может быть, сейчас и сработало бы как раз-таки. Но они отойдут, поэтому никого он уже, наверное, тут не отдаст. Хотя, всякое, конечно, могло было быть. Вот, ну ладно уж, в принципе, команда Энс просто убедительно пока возвращается. Показывает нам, чтобы мы не расслаблялись, что у нас второе Best of 3 тоже обещает быть довольно напряженным. Да это и нормально в такой-то стадии турнира. А мне еще потом, после нашего Best of 3, здесь на еще одно отправляться, кстати. Это потом, но не тут. В общем, да. А, ну, посмотрим. А мне тоже. О, видишь, как жизнь работает. Интересно. Да, у меня могло быть еще два Best of 3 с командой. Ого. Ну, так всего одно. Мы от турнира отказались. Это, считай, тебя немножко пронесло. Потому что 4, это, конечно, сложно. Вот, ну у нас сейчас тут пока 22-й, вот этот вот ваш начинается, минута 30, и пока такая тишина на карте, как-то необычно. Где вот эти вот Энс, которые оп и залетели куда-то, а вот пока не видно их, пока спокойно все делают. Воксик на бусте я очень давно не видел, чтобы был такой буст, и он на ком-то стоит или нет? Судя по всему, на... Или на Имаре кто-то стоит на сейчас. На ком-то, наверное, потому что у нас там, я вижу только четверых, наверное, на ком-то. Наверное, да. А, нет. Или да. А, да, развалилось. Все правильно. Вышка. Не показалось. О, боже мой, зачем оно так делает? Зачем оно меня пугает?
Я подумал, что выключился свет. У меня просто каждый раз триггерит, там, говорю, сейчас такая, такие времена. А, пошли у нас раскидочки пока что. Здесь сразу же дымочки, вся вот эта вот история. Сейчас будет пытаться Имор стопить выходы на рампе. И поехали, получается. 3 в 4. А где пачка? Ну, ее, по идее, можно забрать через эти все смоки, если не топать так сильно. А здесь хаешка. До свидания. Ух. Минус Испания с 15 секунд. И нужно прикрывать. Снаппи. Где пачка? Нужно ставить. Окей, минус один, но куда дальше? Вальде, спрей, все, полетел. А все, здорово, привет, как дела? Подожди, а у тебя какая секунда? 9-я, 8-я, 7-я. А там тем временем погибает. А что такое? Я с ним, да, были? Да, очень понял. Сильно. Я смотрел просто и как-то... А я просто такой смотрел и думаю, ну, что-то да, что-то, может, я чего-то не понял, а потом на меня дошло. Ну, такое бывает. Это тебе меня догнать нужно, да? Или нет, это я остановлюсь. А, или мне тебе, все, понял. Так, скажешь, когда будет... А, у меня тайм-аут. Да, у меня что же. Я жду сейчас. У меня пошли повторы. Ну, сориентируемся. Да. Пока все еще тайм-аут. А, получается 10-12 у нас, господа. Пока что тайм-ауты висят. И как раз это Тернал второй за эту карту, которую они прожали. Такие дела. Видел, там здоровались. Привет. Это очень хорошо. В общем-то, хотя там правильнее было бы сказать привет на то самое. Именно то приветствие. Тем не менее. У нас тут пока 23-й, все никак не начнется, 15 секунд остается. Напоминаю вам, что это как раз таки пик команды Eternal Fire. Вот, вы можете слева всегда смотреть, но, как мы видим, не все так просто. Как раз таки энсы навязывают. Кажется, когда будет 49. Ого, сейчас жду, 3 секунды. И сейчас. Поехали. Супер. 45. Ага. Супер, отлично, синхронизировались успешно. Ксантарес как раз сейчас, может быть, будет рампу ловить. А он видел, граната летела. Все, они знают, инфа есть. Ловите, просто... А зачем? Натопали. Ну вы даете. Мейден остался красным, снаппи. Неплохой тайминг у капитана. Может пойти в боковую. Имор красным, ну куда, куда? Хотел занять позицию какую-то. Но... будучи красным, это очень тяжело сделать. И от Ксентареса на самом деле ошибка вышла, потому что он потопал, бустанулся. Ну, не знаю. Боль и печаль какая-то, честно говоря. Вот, ну что поделать. В общем-то, у нас пока бомбе осталось всего ничего. Команда Энс потихоньку отгрызает все больше и больше у команды Eternal. Но Eternal тоже продолжает давать бой. Как-то, короче, сопротивляется, но сложно. Вот такие дела. Слушайте, свой пик такими темпами Энс могут... Точнее, не свой пик, а Eternal Fire свой пик могут, в общем-то, потерять. Все к тому постепенно идет. Дерутся. У нас ребята из финской организации. Мне вот стало интересно посмотреть за миражом за последние 3 месяца официалочки, а там как бы на сайте наших партнеров CoverGG как-то все не так уж и густо. Там не так уж много миражей было и у тех, и у других. Вот, по 3 штучки, а то, что я вижу. А, но последний, допустим, Уэнс, мираж... 16-14 выиграли Outsiders, там просто пока пауза вроде бы, да? И при этом же 2 раза проиграли Astralis и Маус. Вот как интересно. И при этом, если мы посмотрим за соперником, то у соперника, у Eternal Fire, это получается следующая карта, они проигрывали Авроре. Вообще всем проиграли, и Маус, и еще какой-то турецкой команде, которую я впервые вижу. Вот, ага. Вот такое. Ну, команды Энс мираж всегда был топовым. У турков еще во времена Space Soldiers Ксантарес был топовым игроком. Он набивал там по 50 за один мираж. Но сейчас совсем другая история. Ну, видишь как. Очень интересно просто, повторится ли эта история там. Там, кстати, какая хаешка полетела. Они на таком плотном контакте. Воксик 2 килла завез сквозь дымы. Здорово, привет, говорит. Господа, куда идем?
Ничего себе. И это с тремя ганами. Да, да. И маленьким количеством гранат. Снайпер решили... открывается. Так, а что за смог прилетает? Вообще непонятный. В снайпе 50 хп. Ого. Зато есть Сампаюз. И все. Ну был и был, есть Сампаюз. Я прям смотрю за ним и вижу, как, знаешь, этот взгляд смерти до него падает. Я такой, ну понял, в принципе, все было хорошо до этого момента. Что они кричат? Прослушал, ну ладно. В общем-то, вот так вот, вначале воксик и его 3 килла, потом вот это. Вот это, а что? А почему? Ну ладно. Все было хорошо. Что-то не так. Все было хорошо, пока не случилось вот это. И нам просто показали, смотрите, это челленджер, все, забудьте, вы не посмотрели повтор. И так сойдет, в принципе. Спасибо, спасибо. 13-11, господа. Тактическая пауза, опять это тернул. Ну, вовремя, вовремя нажимается. Это надо. Это мы нажимаем. И Воктик потихоньку подключается к игре. Квадро оформил. Так, а денег-то нету, Лэнс. Вот эта игра чем-то похожа на прошлую. Когда счет более-менее близкий, такой скользенький. И вроде бы деньги на один раунд, но все равно будет плотная игра. Ну да, как-то есть такая, на самом деле, аналогия, тоже замечаю. Но спидрана нет никакого, это хорошо, то есть у нас тут есть борьба. И вот это хорошее попадание, хорошее тут только что было от Сампаюса. Очень грамотно он тут только что влепил в защиту. Это может быть шанс на захват сайда Б, так почему бы и нет? Там же столько людей стоит в скобочках, никого нет. Угу. И выход. Сантара с первого принимает пас за трансформатором. А тут Мейден вышел, и пачка сразу перебежит. Мейден, как же хорошо он играет. Еще и Вальде на перетяжке. Это смотрится очень круто. И Мейден слышит все. Просто все, и Воксик понимает, о боже, что здесь мог быть хоть кто-то. Это же просто лол. Сампаюз. Да ладно. Снапи, все. Имар только что разложил еще двоих. Что это было вообще? То есть он все понял, что ли, получается? А так хорошо Маден шел. Только, казалось бы, все, гений игры. А оказывается, что никакого тут момента такого и не будет. Никакого, в общем-то, гения не случилось. Вот так дела. Вот так дела. Ну, посмотрим, что дальше будет. А дальше как будто финишная прямая. Да, да, очень похоже. Но после таких моментов именно, я думаю, что да. Тем более вот посыпались потом ребята. Я думаю, они тоже были в шоке от того, что случилось. Они же инфо получили, что он погиб. А как, а почему? 14-11, господа. Посмотрите на экономику и поймите, почему. В общем-то, Кризен так говорит. Гляньте на деньги, подумайте еще раз. Что-то боксик немножечко сгорел. Ого. Абас принимает двоих. И это форс на последние деньги. Собственно... Если Янс проигрывает вот этот раунд, то следующий, вероятнее всего, тоже. Собственно, в этом-то и вся суть, да, действительно. Потому что с деньгами все очень плохо. Ксантарес проехался раз. Вальда на ответочка. Да забудьте, какой Вальда. О ком я? Кто такой? Сампаюс остался один. В общем, 1-4. И да, действительно, с деньгами все ужасно. С экономикой все ужасно. Ну, такими темпами, действительно, Eternal Fire заберут, в общем-то, себе свой пик. А там, если очень постараться, если очень захотеть, можно, конечно, как-то и второй выиграть. Но пока что я довольно скептичен в этом плане. Вот, я как-то пока в лобби ожидания третьей карты, так бы сказал. Ух, а если Eternal Fire сейчас раздупляться на Мираже, Ксентарес за КТ настреляет 50 фрагов, Воксик вспомнит времена Hellraisers, и пошло-поехало. Ну, если так, то, конечно, классно. Но просто Eternal, они не самые стабильные, как по мне, поэтому не особо уверен в том, что мы там увидим. Но кто знает, да, если это случилось бы, это было бы очень интересно. Как минимум неожиданно. Они могут нестабильно просто очень жестко сыграть. Ну это да, 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 тоже правда. Ух. И, кстати, карты у них-то близкие были. Хоть и ноль побед из трех карт за прошедшие 3 месяца на Мираже. 14-16, 13-16, 15-19. Все близко.
Да, меня просто беспокоит в том плане, что там кому они проигрывали. Да, там турецкая команда была еще такая интересная. Пас, два килла, снапи, маденцы посыпались. Осталось 4-3 ситуация. Пас, который стоит и знает, что они идут за бомбы. Убивает быстренько Сэмпайуса. Разваливается Вальды, падает дыха. Вот вам и карта Вертига. Вот это там подъем. Ого, ого. Жестко, жестко. Турки молодцы, что сказать. Да причем и они молодцы, и аудитория, которая пришла их поддержать, тоже очень хороши, потому что много народу, жестко топят. Интересно, могло ли это как-то повлиять, кстати, на какое-то более-менее там, да, такое возвращение?